Много на свете красивых, умных женщин. А я, между прочим, лично дурочку люблю. Да. Потому что дурочки все время улыбаются. Да. А умные ходят с умным видом и людей пугают. И любят дурочки, развесив уши, а умные, выпучив глаза. Да, и удачнее дурочки замуж выходят. Вот так вот. Помню, когда моя Лиска дурочкой была, мы были самыми счастливыми. Ой, вспоминать даже приятно. Помню, у Лиски на лице даже было написано, что она дура. Беспросветная. Причем написано было с ошибками. А как мы познакомились, это вообще анекдот. Она у меня спросила, который час? Без 5:07. Это 2, что ли? Я в первый момент даже не понял, что она сказала. А она все правильно сказала. Она от 7:05 вычла. Без 5:07. Оказывается, 2 получается. Я говорю, ой, девушка, вы кто по гороскопу? Я рыба, а я пиво. Полная совместимость. А как вы расслабляетесь? А я не напрягаюсь. Ой, говорит, какая у вас на лице прикольная ямочка. Эта ямочка, объясняю, называется рот. Девушка, скажите, вы верите в любовь с первого взгляда? Или мне попозже подойти? Верю. Мы много гуляли по Москве, и однажды мы проходили мимо моего дома. Я сказал, между прочим, в этом подъезде я живу. Лиска грустно вздохнула. Да, а я думала, у вас квартира есть. Какое было время. Какие она для меня тогда котлетки свои фирменные готовила. Называется «Залп Авроры». Ты в них вилкой, они в тебе масло. Как она меня веселила, как-то спрашивает, что это холодильник трясется? Она мерзнет. Лиск тогда очень хотел попасть в Красную книгу. В мой паспорт. И когда я ей сделал предложение, она от счастья была на 7-м месяце. Как я тогда волновался, кто у нас будет, мальчик или девочка. Я предложил Лиске сдать тест на беременность. Она спросила, а там сложные вопросы. А то я недавно была у окулиста. И что же он тебе сказал? Сказал, чтобы буквы учила. Я поцеловал ее и сказал, что таких, как она, земля еще не рожала. Шли годы, и постепенно моя Лиска умнеть начала. У нее появилось мнение. Я-то брал ее без мнения. Зачем мне ее мнение? Мне свое есть. Ведь женщина, если вдуматься,
Она для чего? Для уюта, для домашней атмосферы. Женщина, она как крутой мобильник. Наворотов много, а функция-то одна. А тут, видите ли, она поумнела, нотации начала читать, права качать. Ты где шлялся? Так пробка? Какая пробка ночью? Так не вытаскивалась? Люди видели, как ты выходил из пивного бара. Ну, правильно выходил, а что я там, ночевать должен был? Фух, на отметке сына как-то странно начала реагировать. Если мальчик приносит из школы пятерку, это ее гены. Если двойку, то это мой хромосомный набор. Пилит и пилит. Сосед Ген, главное, меня успокаивает. Ну и пусть пилит, что тебе? Моя, знаешь, как меня пилит? С утра до ночи, как бензопила. Твоя по сравнению с ней лобзик. Вот так вот. Теперь, конечно, она готовит котлетки жесткие. Под названием «Дожуем до понедельника». Теперь с ее умной головой во всем права ее мамочка. Ну, еще бы, ее мамочка большой человек. В гостинице работает стилистом. Постели стелит. Главное, пренебрежение какое-то появилось. Пренебрежение. Допустим, мне звонят, она им... Он к телефону подойти не может. Он работает над докторской. Нет, не над диссертацией. Над колбасой. Однажды я не выдержал, говорю. Все, Лизка, все у нас не так с тобой. Ухожу я от тебя. Лизка растерянно посмотрела и сказала, и я с тобой. И мы помирились. Любимая женщина, она на то и любимая, что как бы она тебе ни насолила, ни наперчила, а у тебя все равно от нее будет запах лесных ягод на фоне легкой аллергии.